Здравствуйте, дорогие и уважаемые участники международного конкурса Golden Time Talent. Меня зовут Хасан Талиб, я актер кино и телевидения. Мне было приятно сегодня смотреть и оценивать ваши таланты, вашу красоту, поскольку человек должен постоянно двигаться вперед. Люди должны постоянно проявлять, что они умеют, не сидеть на месте. То, что каждый пытается показать, пытается подчеркнуть, что он умеет, в отличие от других, это не может не радовать. И хочу сказать, что вы все молодцы, все вы умнички. Вы все показали достойные материалы. И я не могу как не восхищаться вами всеми. Но я выделил, есть определенный лимит, поэтому я выделил несколько человек. Начнем с вами. Начнем или не начнем? Начнем. Елена Олимпиева. Елена Олимпиева мне очень понравился, очень так схватил за душу, прям ущипнул. Вот стих «Мы не боги, мы родители». Поэтому я выделил этого человека, безусловно, талант, если у человека получилось написать, ну, такие безумно красивые слова. Талантливо, безусловно. Далее. Скрипкова Валерия. Валерия впечатляет количеством пройденных конкурсов, целеустремленность, внешность и уверенность в себе. Ну, когда у человека 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 конкурсов, это видно целеустремленность, видно, что человек двигается в каком-то цели, и рано или поздно он ее достигнет. Далее. Хришкина Ирина. Я очень прошу прощения, если я неправильно как-то выражаю, произношу фамилию. Хришкина Ирина. Помимо красивой внешности и миловидности, девушка очень впечатлила оригинальными дизайнерскими эскизами. Ну, безусловно, талант, но это факт. И мне кажется, отчасти это ее направление. Далее. Моценко Анна. Моценко Анна, да. Достойно реализовывает себя в качестве модели. Знаете, меня автоматически привлекают люди, которые любят, заботятся и ухаживают за животными. Вот меня привлекают эти люди автоматически. Еще занимаются верховой ездой. Это указывает любовь к животным. Это указывает на доброту. Это указывает на какую-то порядочность, что ли. Не знаю, как точно объяснить. Но меня привлекают люди, которые вот относятся хорошо к животным, к собакам. Верховая езда. Плюс то, что не отнять, красивая, миловидная внешность. Далее. Азаренко Евгения. Ну, тут разговор такой. Евгения продемонстрировала очень эффектный бальный танец. По-моему, румба называется, если я правильно соображаю. Очень эффектный бальный танец, и мне кажется, нужно в этом направлении не останавливаться. Если девушке, конечно, девочке нравится. Далее. Ульяна Костенко. Ульяна достаточно уверенно чувствует себя перед камерой. Это ее не может как бы не давать ей плюса. Плюс миловидность и фотогеничность. Впечатляет количество наград. Когда, понимаете, когда у человека много наград, я повторюсь, то есть он к чему-то стремится. Количество наград, ну, талантливо, безусловно, это факт. Помимо всего, я хотел подчеркнуть, девушка играет в шахматы. А как по мне, как для меня,
Для меня игра в шахматы, помимо творчества, это какой-то некий, ну, это интеллект. Это присутствие интеллекта, ну, и развитие его так же самое. Интеллект присутствует у многих, но развивать его через такую игру спортивную, как шахматы, это спорт мозга, для мозга, не для мышц, это очень важно. Далее. Анна Свиридова. Анна Свиридова. Анна Свиридова. Анна Свиридова в первую очередь девушка очень красивая, яркая, выразительные глаза и шикарные наряды. Меня поразило, насколько скромно она о себе рассказывает. Не то, что я. Нет. Человек рассказывает себе очень скромно, очень кратко, то есть не пытается из себя что-то изобразить. Ну и девушка очень красивая, ну, красивая и выразительные глаза. Так как у нас, повторюсь, конкурс не только талантов, а конкурс красоты, поэтому я не могу это пропустить мимо. Ну, это то, что я выделил, ребята, потому как, вы понимаете, есть лимит. Я вами всеми горжусь, вы все молодцы, вы все умнички. Продолжайте в том же духе, потому что есть очень много людей, проделав 99 шагов, у них остался один шаг для того, чтобы реализовать свой успех. Один шаг, но они останавливаются. А они же об этом не знают. Они останавливаются. Хотя осталось вот сделать вот один шаг, и они не доходят до своей мечты, потому что ломаются, потому что теряют надежду. Нет, вперед. Вперед и всегда вперед. Я прошу прощения, это такое произошло пару дней назад, поэтому не обращайте внимания. Только вперед. Только вперед. Сдаваться раньше времени не нужно. С вами был Хасан Талеб, член жюри международного конкурса Golden Time Talent, актер кино и телевидения. Всего хорошего и до встречи!